Света вышла из комнаты. В прихожей стоял Тимур и Марина. Что вы тут делаете? Тебя караулим. Зачем? Влюбился в девочку Свету с первого взгляда. Места себе не нахожу. Что? В меня? Ну, сказал бы сразу. Ну, а чего ты? Успокойся. Это шутка. Я пришел к репетитору на урок. Дурак! А ты чего? А я тоже к репетитору. Пришла раньше. У меня не было урока. Не начинай. Почему вы вдвоем? У меня на 12, сейчас 12:05. А я пришла раньше. Понятно. Тимур, пойдем. А ты, Света, посиди пока с Мариной. Ну, блин, опять! Катя с Тимуром ушли на кухню. Света, хочешь, расскажу тебе секрет? Нет. Только поклянись, что никому не скажешь. Да мне плевать. Ну, поклянись. Ладно. На самом деле, я специально всегда прихожу раньше. Потому что мне очень нравится Тимур. И кажется, он меня влюблен.